Приветствую вас. Вопрос про то, что человек все время живет в мечтах, в иллюзиях, надеется на добродушность других людей. Вот, и, соответственно, из-за этого страдает, пытается за счет мужчин вырваться из абьюзивной семьи и решить свои проблемы. И несмотря на то, что говорит о том, что надо повзрослеть. Вот, правозащитники детей пишут, что она не всегда честны и человечны, как и другие охраняющие закон люди. И пишет, что грустно это все. Ну, в первую очередь речь идет об ожиданиях. Это вот самый такой, наверное, на поверхности лежащий ответ. В первую очередь речь идет об ожиданиях ваших. То есть вы как-то вот ждете чего-то от людей и, соответственно, на этом погорать. Вот. Поэтому в первую очередь работать нужно, я бы сказал, наверное, с ожиданиями. Это первое. Второе – это с доверием. Доверием себе, как мне кажется, по крайней мере. Вот, то есть вам нужно учиться доверять себе, учиться доверять ну, своим чувствам, учиться доверять своим эмоциям, вот, учиться доверять своим желаниям, вот. Как-то вот и так далее, да? Вот, и, соответственно, это то, в общем-то, к чему вы можете прийти за счет, ну, за счет работы с психологом, да? Вот, то есть ситуация здесь такова, что вот при всем том, что вы описываете, да, почему-то речь не идет о психологической работе. Вот. Ну вот, при всем том, что вы описываете. И, на мой взгляд, это очень важный такой момент, очень важный такой аспект, вот, что вы себе в общем и целом, получается, не доверяете от слова совсем. Вот, ну, то есть, вот, как бы, по факту вы себе не доверяете. И это, вот, как бы, является, на мой взгляд, основной проблемой. Вот, вот, в принципе, то, что я вижу. Следующая важная часть, над которой имеет смысл поработать, это ваши личные границы. Вот, я надеюсь, что вы понимаете, что вам это нужно. Для чего? Чтобы отделять себя от других людей. Вот. На данный момент вы себя от других людей не отделяете, вступая с ними в не совсем здоровые, скажем так, отношения, да? Вот. И, соответственно, из-за этого страдаем. Вот. Что, на мой взгляд, является, ну, в принципе, вполне логичной историей. Вот. Поэтому ситуация здесь, как мне кажется, вполне очевидна. Вот.
Ну, в этом смысле, да, что вам делать, я имею в виду. Другой вопрос, хотите ли в этом заниматься? Вот какой вопрос интересен. Вот. Интересно ли вам это, нужно ли вам это? Я имею в виду, ну, как бы, вот, себя распираться. Если нужно, хорошо. Если нужно. Если нужно, супер. Вот, тогда обращайтесь к психологу и занимайтесь психотерапевтической работой. Вот. Результат себя ждать не заставит в этом смысле. Вот, а само по себе, к сожалению, ну, ничего не изменится, вот, ну, потому что обычно само по себе не меняется ничего, вот. Поэтому решать этот вопрос вам, как действовать, как поступать. Вот. Но мне видится так, что у вас отсутствует личная ответственность, вот. Как бы, ну, отсутствует именно личная ответственность за свою жизнь, вот, по какой-то причине. А вас не научили брать ответственность за свою жизнь. Вот. Ну, возможно, это связано как раз-таки с семейной обстановкой и семейной атмосферой у вас в, ну, в вашей семье. Вот. Вполне возможно. Может быть, есть какие-то еще аспекты, может быть, есть какие-то еще моменты, может быть, есть какие-то еще факторы, о которых вы здесь не говорите, которых вы, так скажем, не описываете, ну, которые вы не описываете, может быть. Вот, однозначно сейчас сложно сказать, потому что информации мало о вас, вот, нужно разбираться. Еще мне показалось, что у вас есть страхи, вот. То есть вы боитесь, ну, боитесь просто, вот, или чего-то боитесь, или каких-то, вы боитесь последствий негативных, вот. Тут тоже нужно смотреть, вот, ваши страхи опрометчивать и корректировать вот свою жизнь в соответствии с этим. А следующий аспект — это потребности ваши. А необходимо уделять должное внимание, скажем так, вашим потребностям, тому, что вам хочется, вот, не потому, что это блажь, а потому, что это очень необходимая история для корректного продвижения
скажем так, по жизни. Вот. То есть, если какие-то потребности базовые не удовлетворены, то сложно. Сложно двигаться, не впадая в, ну, не впадая в деструктивные отношения, скажем так. Вот. Я думаю, этого тоже необходимо по возможности экологично избегать. Именно вот экологично. То есть, ну, конструктивно, да, не в ущерб себе это делать. Ну, качественно, грубо говоря, качественно. Вот. А этому всему нужно обучаться. В том числе вот у психолога. Вот. Поэтому вам предстоит определенная работа, а если вы к ней готовы, обращайтесь за помощью. Вот. Будем рады помочь, будем рады оказать поддержку. Вот. Мечты, ваши мечты и иллюзии, вот, ну, то, о чем вы говорите, в первую очередь про что? Про ваши желания, то есть вы свои мечты и то, чего вы хотите, перекладываете на других людей или уходите в мечты. Вот это ваш способ такой обратиться с тем, чего вы хотите. Ну, как бы не самый лучший способ. Вот. И другие способы. Понимаете? Вот. Как-то так. На этом все. Удачи вам, всего самого доброго. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Обратная связь нужна в первую очередь вам для формирования начальных постулатов для психотерапии. В частности, что хочется сказать, в частности, речь, например, идет о боли, о которой вы говорите. То есть, если была боль, да, то была травма, психологическая травма. Возможно, не одна. Как результат, вам эту травму нужно прожить, чтобы она на вас не влияла. Вот это также ну, определенная работа, да, с специалистом. Вот. И из вашего текста, вот про иллюзии, да, и так далее, знаете, вытекает один такой интересный факт, что вы как-то не очень хорошо понимаете и знаете, а кто же вы вообще? Вот вы-то какая? Вы-то кто? Вы-то чего хотите? То есть как-то вот все ваши действия направлены, да, на защиту. Вот. Может быть, это и с учетом вашей ситуации нормально, да? Вот. Но, тем не менее, когда человек понимает, куда он идет, чего он хочет, да, как-то вот, ну, как-то лучше становится. Вот. Понимаете, да? Поэтому я бы вот на этом бы пока что остановился. Желаю вам всего самого доброго.
удачи, надеюсь, что вам это было интересно. Обращайтесь, вот. Будем рады помочь. Всего вам самого доброго.